Здорово всем! Это канал No Music No Life, ID 479. Я надеюсь, вы уже все запомнили наш канал, и, соответственно, сегодня я просто не мог начать именно выпуск с того, что, ребят, на вот это просто не замечать и с этого не начинать просто невозможно! Есть несколько вариаций, что нам сегодня смотреть. Я немножко сделал маленькую такую копилочку, где несколько вопросов и где по одному. И они будут из такого разряда периодичности, то есть, соответственно, показываю, где несколько, самые умные ребята, самые мощные, которые проявили инициативу, и я был удивлен этим, что ты задаешь много вопросов, и те люди, от которых ты, в принципе, не ожидал этих ответов, они их дают. А те, кто серьезные кенты и все знают в этом мире, они на такой вопрос не могут ответить. Я думаю, вы, кто смотрит это видео, ответите на все вопросы. И если вдруг каким-то чудным образом мы с вами пересечемся в этом замечательном месте, то, соответственно, вы не моргнете глазом и ответите на любой мой вопрос. Скажите, пацаны, вот кто учит собаку задирать ногу на дерево? Я. Кто учит собачку задирать ногу на дерево? Ты. Не знаете, если честно, мой мозг просто взорвался, и мне стало интересно, так кто же? Он? Или он? Кто? Если повара таскают домой продукты, то что таскают домой ассенизаторы? А что такое ассенизатор-то? Ты в курс-то введи. Скажите мне, пожалуйста, вот если повара таскают домой продукты, то что таскают домой ассенизаторы? Мясо, наверное. Скажи, можно ли сказать букву П с открытым ртом? Давай, давай, еще шире рот открывай, букву П. Скажите мне, пожалуйста, возможно ли сказать букву П с открытым ртом? Нет. А попробуйте это сделать, я уверен, у вас получится. Я не буду выглядеть такой тупой. Ну попробуй сказать букву П с открытым ртом. Не получается. Не получается. Попробуй еще раз. Скажите, пожалуйста, мужики, сколько раз нужно пукнуть, чтобы можно было поджарить яичницу? 4-2 минимум. Скажите, пожалуйста, принцесса, можно ли заставить черепаху зевнуть, если зевать перед ее мордой? А, принцесса? Что человека можно, а насчет черепахи не знаю. А не пробовали никогда это сделать? Вряд ли. Скажи, пожалуйста, если у детей детство, у отроков отрочество, то у подростков что? Подрочество. То есть на данный момент магию скрывает Министерство магии, да? Попутал какой-нибудь дам, блядь, колдует? Скажи, пожалуйста,
Вот, а книга рекордов Гиннесса попала в книгу рекордов Гиннесса, как книга-рекордсмен по количеству рекордов Гиннесса в одной книге. Не понял. Скажи, вот если у детей детство, у отроков отрочество, то у подростков что? Подрочество. Нормально. Если на ногах ногти, то почему на руках не ругти? Скажите, а книга рекордов Гиннесса попала в книгу рекордов Гиннесса, как книга рекордсмен по количеству рекордов Гиннесса в одной книге? Да. Блин, вообще ништяк, откуда ты это знаешь? Я в гугле читал. Блин, скажи, пожалуйста, вот в гугле тоже писали, возможно ли сказать букву П с открытым ртом? Да. А как это сделать? Все возможно, брат. П. Не, П с открытым ртом, рот открыть и сказать П. Пацаны, скажите, пожалуйста, сколько раз нужно пукнуть, чтобы можно было поджарить яичницу? Тридцать семь. Ну, по 6 раз получилось у меня. Ты вообще красава. А если повар... Вот если повара, короче, таскают домой продукты, то что таскает домой ассенизатор? Осень таскает, вообще ништяк. А вот, ребят, еще вот такой вот классный вопрос просто. Возможно ли сказать букву П с открытым ртом? Вообще, да, можно. А можете показать, как это делать? Это секретная, понимаешь, такая вот... Миссия, да? Секретная миссия невыполнима. Разработка вот эта, да, то есть, да. То есть мы знаем, мы достигли этого. Например, когда у девушки рот открыт, я П могу сказать. Скажи, пожалуйста, сколько нужно раз пукнуть, чтобы можно было поджарить яичницу? Наверное, раз 300. 300 раз пукнуть? Да. Жесть. А кто учит собачку задирать ногу на дерево? Майкл Джексон, наверное. А в какой руке джентльмен держит вилку, если в правой руке держит котлетку? Наверное, в ноге левой. А что, если магия существует, только Министерство магии все скрывает? Сложный вопрос. Возможно ли сказать букву П с открытым ртом? Я выиграл миллион. Что, пришло время подписываться на канал и ставить лайки. Все, кто досмотрел до конца. Ну, ребят, ну поставьте лайк вот здесь, вот YouTube. Туда можно нажать, перейти на канал, поставить лайк, сказать «Йоу, круто!» И вот здесь можно подписаться, да и вот тут тоже можно подписаться. Да везде можно подписаться, подписываемся, ставим лайки. И танцуем, стараемся станцевать.